Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И, знаете, по секрету всему свету хочу рассказать вам о кресле, которое сейчас есть в ассортименте магазинов «Мир автокресел». Уже заговариваюсь, первая коляска «Мир автокресел». Но это все в одном месте, поэтому. Смотрите, сегодня я хочу рассказать вам о кресле категории 0-1 с рождения до 4 лет от компании Weldon. Несколько лет назад очень много было кресел в ассортименте «Мира автокресел» этой компании. И это действительно классные, хорошие кресла, которые имеют крутое соотношение цена и качество и безопасность. И сегодня вот один из самых, наверное, лучших представителей в этом отношении, потому что, друзья, на сегодняшний день это кресло стоит в районе 15 тысяч рублей. Это хорошее такое, очень крутое предложение. И вот поэтому соотношение цена-качество, безопасность лучше вот со стандартом iSize, это вот где жесткие требования по безопасности, новый стандарт, да, 0.1 категорию за эти деньги просто я не знаю вот лучше, понимаете? Поэтому и хочу обязательно, чтобы вы при выборе обратили внимание на это кресло. Ссылка на него будет в описании. Пройдите, посмотрите. Но только после обзора, когда вы уже досмотрите, что это такое за кресло. Называется оно SafePod Fix iSize. Вот. Напоминаю, с рождения до 4 лет. Где-то до 100 сантиметров роста оно физически будет вмещать ребенка. Смотрите. Само кресло по креплению имеет только систему Isofix и упор в пол. Мы защелкнули, упор в пол выдвинули и, собственно, едем. По креплению здесь все очень просто. Имейте в виду, что далеко не во всех машинах, даже почти во всех его нет спереди на сиденье. Поэтому ставить сможете в основном только сзади. Только у ваговских машин там спереди он встречается Isofix. Но не везде, друзья. Вот, смотрите, сейчас оно повернуто у нас против хода. Сейчас я его сниму, поверну его к вам. Вот, и сразу хочу обратить внимание на безопасность, друзья. Стандарт iSize, как я уже только что сказал, это новый стандарт, в котором подняли очень высоко планку требований к безопасной перевозке детей в автомобиле, и поэтому все кресла со стандартом iSize сразу же с хорошей по безопасности, друзья. Поэтому вот здесь все хорошо. А сразу же хочу сказать о комфорте. Посадка здесь у этого кресла действительно очень классная. Много детей перемерили, посмотрели. И я еще ни одного недовольного родителя, учитывая еще и стоимость, не видел, кто приобретает эти кресла. Поэтому вот с комфортной посадкой здесь хорошо. Смотрите, пока ребенок маленький, здесь у нас присутствует вот такой вот вкладыш. Кстати, очень классные ткани. Ткани действительно износостойкие. Вот я хорошо знаю эти ткани. Они очень долго не теряют товарный вид. И оно не выглядит через год уже ушатанное, поюзанное там. Такого здесь близко нет. Смотрите, пока ребенок совсем маленький, здесь есть вот такой вот бутербродик. Вкладыши, и вот со стороны головы вот такой вот вкладыш. И этот вкладыш реально с рабочей системой гашения удара при боковых ДТП. Это не просто какая-то губочка. Здесь такой эффект памяти еще вдобавок. Он поплотнее, чем обычная губка. Хорошо гасит энергию удара сбоку. А также у нас вот такой вкладыш, видите, вот с таким дополнительным, с такой накладочкой, которая выравнивает спинку ребенка при движении по ходу. Соответственно, его мы используем минимум до 4 месяцев, вот этот вкладыш. Ну, я бы до полугода точно катал. А дальше уже убираем, если нам это нужно. Ну, по идее, вообще идеально. Вы ездите до 9 месяцев с ним, пока против хода ребенок, возите его против хода. А потом, когда разворачиваете, уже убираем. Обычно к тому времени он уже точно бывает не нужен. И все это время ребенок пристегивается у нас пятиточными ремнями. И на ремнях прорезиненный материал, скажем так, это состав, да, но резина очень похожа. Это чтобы при ДТП ребенок не травмировался, меньше травмировался от ремня. Он его фиксирует лучше в момент ДТП. Подголовник у нас здесь регулируется в большом диапазоне. Вот, и поэтому вот здесь как раз-таки до 100 сантиметров можно спокойно перевозить ребеночка.
Так, что касается ткани, кстати, по уходу сразу давайте я не скажу, потому что это важно. Стираем ткань до 30 градусов щадящая стирочка, иначе если она сядет, вы ее не оденете, а это не гарантийный случай. Потом этот вопрос решить очень-очень проблематично. Вот. Отдельно ткань производитель не возит, и купить ее потом отдельно сложно. Да даже невозможно практически. Вот. С внутренним убранством, друзья, мы с вами все разобрались. Ткань достаточно дышащая. Сам каркас здесь выполнен с дополнительными вентиляционными отверстиями, чтобы дышало. Здесь у нас доступ к кремню, если что. Вот инструкция, соответственно, там же. И смотрите, база Isofix нам дает возможность крепления. Смотрите, маленький такой момент, чтобы вы вдруг случайно неправильно не сделали. Когда я его ставлю обратно, и вот здесь вот эту кнопочку не оттяну и резко не отпущу, оно не будет установлено. Вы его легко снимете и поставите. Обязательно нужно вот эту кнопочку оттянуть и резко отпустить, чтобы она защелкнула весь механизм и она встала на место. И вот так, собственно, мы едем с ребеночком до 9 месяцев, как только достигаем этого возраста. Если ребенок еще помещается, а он точно будет помещаться, можем еще проездить там до полутора лет, допустим, там, ну или как сможете. А после чего нам нужно развернуть это кресло по ходу движения, вот таким образом. И процедура та же. Вот здесь вот отпускаю, и он заезжает, и он его фиксирует. Вот так мы полностью сидим. И вот смотрите, угол наклона сразу вам показываю. В принципе, этого угла достаточно, чтобы голова не свисала вперед, и он комфортно, ребенок мог вздремнуть в дальней дороге. Поэтому, друзья, с этим все хорошо. Вот, по большому счету, всю информацию, которую о кресле я вам хотел донести, я вам донес. Вот, и хочу подытожить в двух словах, повторить то, что я, по сути, вам сказал в начале. Друзья, вот за эти деньги, вот такого уровня кресла, я на самом деле, ну не знаю, на текущий момент, если что-то знаете и с сайзом за вот такой бюджет, то обязательно мне напишите в комментарии, чтобы я тоже, может быть, я что-то пропустил, может, у него действительно есть хороший конкурент, но я пока его не знаю. Вот. Да и, в принципе, даже если есть конкурент, то и хорошо, есть из чего выбрать. Но на него обратите обязательно внимание. Посадка хорошая, качество хорошее. Я давно знаю, много лет этот бренд, к нему вопросов, в принципе, нет. Поэтому, друзья, ссылка внизу в описании. Я Добрямс, рекомендацион, как говорится. Очень хорошее кресло. За свои деньги вообще супер топчик. Поэтому выбор, как всегда, за вами, друзья. Если полезную информацию сейчас подчеркнули в обзоре, то обязательно поставьте свой царский лайк, подпишитесь на канал. Это очень помогает развитию магазина, понятно, канала. Вот. И, соответственно, хорошего вам выбора. Всего доброго. До свидания.